Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и я получил новую видеозапись открытия целых 15 контейнеров. Собери их все. Суммарно было полиной потрачено 7500 голды. Да-да, именно той полиной, которая в свое время прислала нам видео, после которого многие из нас плакали. Ну а я просто-таки рыдал, и мне хотелось ее обнять и пожалеть, потому что то, как игра над ней тогда поиздевалась, просто было безумие какое-то. В этом же случае мне почему-то кажется, что вселенная запомнила этот неприятный момент в ее жизни и решила ей воздать по заслугам, только в позитивном плане. Ну что, давайте посмотрим, что у нее получилось, но обязательно, как обычно, в конце подобьем калькуляцию. About it, she told me don't worry no more. We both know you can't go without. She told me you'll never be alone. I can feel my face when I'm with you, but I love it, oh I love it. I can feel my face when I'm with you, but I love it, oh I love it. Друзья мои, мне кажется, это было просто-таки офигительное открытие контейнеров, потому что, как я уже сказал, открыто было 15 штук, собери их все. Суммарно было потрачено 7500 золотом из копилки. Вернулось назад 2000. В сухом остатке Полина вложила в открытие данных контейнеров 5500 голды. Что она получила взамен? Она получила себе Type 59, которого на аукционе продавали за 4500 золотом. И эту сумму мы возьмем за основу его ценника. Она получила себе Turtle MK1, который в голом состоянии продавали за 5500. Ну, грубо говоря, Turtle'ом она, в принципе, окупила. Окупила себе полностью все свои затраты. Type 59 за 4500 голды, которого продавали, получила абсолютно таки бесплатно в подарок. И вне зависимости от того, сколько эта машина стоит, бог с ним. Просто подарок. Так плюс к тому, она еще и умудрилась получить Калибана, на которого я лично ценник сложить не могу, потому что не помню, чтобы данная машина выходила когда-либо на продажу за золото, либо за реальные деньги. Если вам известно, сколько стоит Калибан, или вы можете озвучить свое предположение, во сколько вы его оцениваете, обязательно жду ваше мнение в комментариях. Ну и мои аплодисменты Полине, и я поздравляю ее с тем, что она все-таки в этот раз не только окупилась, а ушла в существенный плюс. Если у вас есть подобное видео, то мою электронную почту вы можете найти в описании к данному видосу. Плюс к тому, ребят, если вам заходят такие видео, обязательно лайкните данный видос прямо сейчас, ну и подписывайтесь на канал, обязательно прожимая колокольчик, чтобы не пропускать выходы новых видео. Я побежал их снимать специально для вас, ну а вам, друзья, искренне желаю мира и обязательно спокойствия. Пока-пока!